Снова всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала, с вами Джек, продолжаем проходить God of War, и он продолжает бить по мячу. Did you really make that axe for my mother? Oh, I'd recognize it anywhere. Ask me. It's one of our best. Infused with the echoing screams of 20 frost trolls. Give or take. But why her? How did you know her? She sought us out in the beginning. She was a special woman. She wanted to protect people. I suppose we thought it was a chance to give power to someone who'd use it for good. She even spoke our native tongue. She'd say, Madhurin sem Gengur, egen vigum hans. Gengur I. That's right. That's impressive. I see a lot of her in your eyes. You know? Thanks, Sindri. Don't touch me. What? I didn't. I won't. I'll come back later. То он же вообще далеко стоял. Не, вообще забавно, она была добрая, помогала людям, мы решили сделать ей топор магический. Be careful where you're going. There's nobody nice out here anymore since all the people left. I mean, I hate to generalize, but mostly they just try to kill you. Good tip. I know it's not my business, but if I were you, I'd wash off that symbol painted on your neck. We were told it would help protect us. Was that a lie? Oh. No, it's a protection stave, all right, but you can't render that pigment into paintable texture without blending it with boar urine. And is that really better than death? Maybe a little. Well, it's your neck. Блин, она нам не сказала. Ну хотя, типа, о таком обычно и не распространяются, мне кажется, когда делают защитные татуировки. Так, ну давайте поисследуем это место, нам надо вот в эту сторону идти. Я что-то припоминаю эту локацию, по-моему, надо будет потом спуститься по этому тросу вниз, и вроде как здесь сейчас тут. Но я все же проверю. Мало ли. Вот, здесь, например, сундук. Где статуя, которую нужно разрушить? Чтобы здесь не было этого токсика. Please be careful. I'm still fixing that. Stupid head. Понял. Tell me what's wrong with you. Так, может, мы с какой-то другой стороны сможем там заметить? Я потому что, ну, не... да. Так. Ну, в сундуке, я думаю, опять золото, максимум, может быть, точнее, серебро, золото же валюта. Или вот эта вот сталь, да, плюс одна. Ну, не знаю, по мне как-то сомнительно, целый сундук, мы оттуда берем только одну сталь. Мне хочется больше, но я потому что такой. Так, вороны. Мне, кстати, уже написали, что одну ворону где-то пропустил. Понятия не имею, где. Не знаю, может быть. Но мы в любом случае вернемся потом к ней. Я еще по старым локациям побегу, поищу. Но вообще обидно, что это где. Еще понять, где это было. Так. Но если это на видео было, скиньте мне... тайм-код, я не знаю. Тут какие-то кристаллы стрёмные. Да, их мы пока не умеем разрушать, наверное. И вообще все закрыто корнями. Но мне вообще говорили, что ворон очень тяжело пропустить, потому что они так по-дурацки кричат, когда ты рядом проходишь. Но это явно именно от яда звук такой. Да, я решил еще раз убедиться, что этот ворон не пропустил, но вроде бы нет. Пойдем. Так, туда мы ходили, и там больше ничего нет. Вот здесь еще немножко золота. Серебра. Почему я хочу, чтобы это было золото?
подожди. Каркает. Где? Может быть, надо выше подняться, и я отсюда не вижу? Но, возможно, это простая ворона. Блин, все, теперь у меня идея фикс на ворону. I can't tell. Are we getting closer to the mountain? We are. Последней стадии шизофрении будет, если я выйду на улицу и буду ворону искать. Зелен. Блин, опять эта баба. А, она еще за токсику, что ли? Зашибись еще. Так, мы тогда пока за стандартом. Наверное, она нас атаковать не будет, я надеюсь. Еще один. Так, а как? А как? А как это забрать? О, вот это вот что? Это тоже, наверное, будет разрушать. Потом. Чердейские браслеты. Ну давай. Чё, у меня другого выбора нет, они лучше по статам. И опять же, главный плюс, что я их не покупаю. А если броня не особо плохо выглядит и ее может за бесплатно надеть, то чё бы и нет. Так, пойдем. А если я убью ведьму, то вот эти вот тотемы исчезнут, в принципе, это что такое? Тоже, наверное, какой-то коллектаблс или типа того. Так, давай. Пойди, я ее так набираю. Я, по-моему, в Фокси куда-то ушел, нет? Так, из Фокси уходим, уходим. Спокойно, назад. Но мы прошли дальше, так что я могу топор мне уже бросать. Ой, блядь, чё ты? Ну, я её убил? Да, я ее убил. Так. Новый совет мне дали. Заразный порошок остается опасным даже после того, как осеет на землю, с папа на него наступит, то порошок ранит и отравит его. Ну вот это, наверное, то, чего я урона получал. Подожди, ворона. Нет, простая. Вот что это и как это открывать? Наверное, мы узнаем в следующей серии. Так, нам не сюда, кстати. Основной наш путь идет налево. Тайные комнаты. 2 из 7. Кстати, видимо, смысл в том, чтобы я их конкретно нашел. Пока что. И меня засчитывают именно их нахождение. А исследовать то, что находится внутри этих комнат, я буду уже потом. С них вообще что-нибудь попадает, или я просто так скелета роняю на землю? На, видимо, все просто так. Больше не буду тогда. Atreus, follow me. Так, этот токсик хотя бы убрать. Нет, он даже это не разрушает. Мне показалось, что ведро можно просто уронить и все. Ну, мы походу прям горе уже поднимаемся. Что-то небо. Do you think for this last leg up the mountain that maybe I can carry her? I told you no. Why? She meant more to me than you anyway. What? I just meant I spent more time with her. You were off hunting her. It would serve you to stop talking. Ты чё, пацан? Совсем что страх потерял?
Так, нет, это еще не подможно. Так, а эти волки уничтожатся? Кто-то вот. Вас? Да, они будут так урон. Так, стреляй, стреляй, стреляй. Didn't even break a sweat. Но я на самом деле вспомнил, что сейчас здесь будет. Поэтому я бы на месте Атрея не радовался нашей победе. Ядовитый волк. Мы видели много свирепых волков, но эти на них не похожи. Видимо, они больны. Эти волки плюются ядом, в который лучше не наступать, и дерутся намного яростнее даже бешеных зверей. Наверное, им очень плохо. Убивая их, мы прекращаем их мучения. Да, и зря, кстати, я хилку потратил. Но если что, у меня еще взрывная бочка одна есть. Там еще столько токсика. Так, тут... Я опять, по-моему, ворон слышу. О, ведро. С второго раза хотя бы. Так, ну пойдем. Сюрприз. Ну, по крайней мере, это хотя бы не обезьяны из Секира. Приготовиться? Как, блин, к такому можно приготовиться? Ты чё? Да, сзади меня. Так, Атрей пока на нем. Давай. Сильными ударами. Раскидарим парочку. Они еще взрываются как раз. Успел. Мне бы сейчас не успел забраться. Это, кстати, можно было разорвать. Так, спокойно. Иди сюда. Давай, 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 давай. Молодец. Можно добить. Я хотел подхилиться, просто смотрел на полоску. Чтобы атаковать, нажмите R1 или R2 для управления правой стороной. Замерзшее пламя, легендарный предмет, сверхъестественный материал, сочетающий пламенную ярость и ледяную закалку. Возникает на местах великих битв. Я теперь могу топор до, получается, третьего уровня прокачать. Символ истины. Редкий предмет чары. Чары, повышающие силу и силу руна 3. Ну, я не думаю, что так это будет делать. А вот топорик я бы прокачал на новый уровень. Hmm.
Мне знаете, что кажется? Хотя, мы, наверное, туда попасть не можем. А что если вот от Рэя попросить выстрелить? И вот если взорвать одну штуку, то тогда, типа, сгорит весь этот токсик там. Нет, один все-таки не сгорит. Нет, сгорел. Да, все, это не нормально. Нам, правда, еще вот тут надо проход открыть. Да? Пацан бесполезно, к сожалению. А, жжется! Жжется! Тушит. Так, первый тут. Серебро или одна сталь? Нет, чердейская накидка. Ну все, я теперь Не, спасибо, это я надевать не буду. Даже за бесплатно. Не-не-не. Это такой очень некрасивый сет. Так, бросок белого медведя. Слабая руническая атака. Стремительный рывок вперед с последующим ударом. Во время рывка Кратос защищен. Ну, поглядим, потом, может быть, пригодится. Я слышу ворона, но я не слышу его. Опять где-нибудь пропустил, короче. Мне интересно, насколько он далеко может находиться, к примеру. Может ли он быть, например, вот на верхушке этой горы, где его вообще почти не видно? Могли ли его туда запрятать или нет? Не знаю, но мне кажется, это было бы нечестно, что, скорее всего, нет. Так, огромные двери. Область открыта. Горный лагерь. Wow, I can see why mom wanted us to bring her here. Indeed. Да, симпатичненько. Так. Мол, кстати, быстрый спуск. Вот это опять очередные корни, которые пока что нечем уничтожать. Да, здесь походу довольно... Ну не прям много бэктрекинга, но хотя бы разок-другой надо будет вернуться на старые локации. И вот на этом месте я в прошлый раз, когда играл на стримах, вот, закончил все, больше я игру не видел. Ну это, видимо, тоже будет быстрый спуск. Или наоборот подъем. Так, надо подойти, видимо. Stay back, boy. What is that? You must find another way up. The witch! Wish she was here. Bet she could get us past this. My magic is useless against the black breath, and there's no way around it. Odin saw to that long ago. What are you doing here? Making sure you can finish your journey. Why wait to warn us? I was busy saving my friend, if you remember. Которого вы типа подстрелили, мы как бы виноваты в этом. The Black Breath is a corruption of magic. Even I can't dispel. Only the pure light of Alfheim is strong enough to break through. But that road is long. What does this goal mean to you? It's everything. Follow me. Why help us? Maybe I see more of myself in you than I'm willing to admit. Maybe. Maybe by helping you, I'll make up for a lifetime of mistakes. Or maybe I just like you. Even though we shot your friend? Even though you shot my friend, yes. Where must we go? To a realm beyond your own. We're going to another realm? Are you coming with us? Only for a little while. Only for a little while. Можно будет навык какой-нибудь вкачать.
Погодите, я эти коробки не уничтожал. We'll коробки this. Уничтожены, можно идти. Can't. Sindri said it was broken. Sindri? The dwarf at the foot of these hills. He was fixing it when we got here. No one was there when I passed by. Perhaps he finished. Dwarves are awfully resourceful. And irritating, based on the two we have met. That too. Just give that a turn. There. See? Ну, только поднялись наверх, узнали, что там черная магия, и пошли назад. Тир's temple is at the center of the lake. It is from there we travel to Alfheim. Thankfully, it's no longer underwater. Why is that creature in the bay? No one knows. He just appeared one day. Soon after, Thor attacked, and their battle could be felt across all the realms. Ultimately, it ended in a stalemate, and Thor returned to Odin empty-handed. The serpent stayed and grew so large, he now spans all of Midgard. See? Told you. They've hated each other ever since. Destined to kill each other come Ragnarok. You believe in Ragnarok? I dearly wish I didn't, child. You know, we actually talked to the world serpent. You did? An exaggeration. I'm good with languages, even ones I've never heard before. But when he talks, I can't understand any of it. Кстати, он исчез, действительно. Может, он вообще только в нашей голове? Она его не видит. Придержал для дамы. Джентльмен. Just along here. Are you sure? We came through here before, and there's no way back across. See? Is that so? Let me show you. Да, на магии сейчас что-нибудь наколдуют, ну, и мы будем выглядеть дураками. Are you watching? Ага, я думаю, что What? It's solid. Elven architecture. My bowstring was soaked in the light of Alfheim. It can now reawaken the magic of the elves. Wait, it won't just disappear, will it? Not as long as the light shines free. This way. А, ну да, возможно, потом будут загадки с этим. Надо будет, например, уничтожить топором какие-нибудь камни наверху, сделать просвет, а после этого только активировать. Those roots. What kind of magic is that? И вот эти вот штуки мы пока не можем уничтожать. From Vanaheim? You know of it? Just stories. Mother didn't say much about the Vanir gods. Just that they're always at war with the Aesir. As compared to Odin and Thor, they're the good guys. There are no good gods, boy. Thought I taught you that. И чё стоим? Меня ждём, да? Пока я опять буду дверь открывать? Вообще-то нарисовано, что 6 мужиков открывают их. Так, или нет, или я больше проходил? Я, возможно, доходил до той горы, когда я уже убрал темную магию. Но это не точно. Doesn't seem very peaceful. Everywhere we go, we're attacked, especially by dead things. The risen dead grow ever more numerous. Once the roads and trails would have been full of people. Now all have hid or fled, save for the reavers, savage enough to survive in such a world. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так. Надо уворачиваться, если не заморозь, надо занять оборону. Make a right at the bottom of these stairs. Да, точно, там был то ли кристаллик, то ли что-то такое. Hey, теперь мы сможем пройти через воду. Wait there while I reawaken the light. Запуливай. That did it. What are we doing exactly? Mending the disrepair. Start by lifting that axle. Чё поднять? А, мы штуку сейчас на место вернем.
Так, ну это пока чайки. Я все на ворон смотрю, блин. Я говорю, у меня шизофрения, мне кажется, скоро начнется. Начну видеть то, чего нет, и постоянно пытаться искать ворон. Как обычно, женщина советует, мужчина делает. Now push the bridge along the track. Да, да, да. What? The whole entire bridge is turning. How is the whole entire bridge turning? Прикольный эффект. Boy, you're really strong. Just boy. Keep pushing until the bridge reaches its first position. Tired yet? No. He's always been really strong. So about the dead. We heard someone call them hellwalkers. But what are they? They are poor, restless souls, denied their judgment and their peace. Why what? Ну, мы их освободим от этого. It could, once. But this is no spell. This plague of dead is but a symptom of a world out of balance. Something or someone has meddled with powerful forces. That is all I know for sure. That's perfect. Come back up. We're ready now. Спасибо за помощь, что выстрелила из лука один раз. That was impressive. You didn't hurt your back, did you? То есть мы вот оттуда передвинулись сюда. Эх, был бы я таким же сильным, как Кратос. Through these doors. Wait. So did the giants or the elves build Tearstone? All the races helped with its construction. It was the last great act of cooperation between the realms before peace disappeared for good. Ой, опять вы ждете, пока я дверь открою? Блин, научитесь дверь открывать без меня, пожалуйста. И тут кузнеца нет, блин. Может, у меня что-то поехало с пацаном. Your bowstring stopped glowing. Its power is now depleted. Only a few knocks of magic remained in the bowstring, and we used them. Your bow, please. Она ему сделает, чтобы он иногда мог стрелять. Once you claim the light of Alfheim, infuse the bowstring with its power. Don't forget. You talk like you're not coming with us. I'll try, but measures were taken to keep me trapped in Midgard. Why? The gods don't care for me much. Ну как и меня. Даже не знаю почему, ничего богам плохого не делал никогда. This temple has been asleep. Underwater for almost 150 winters. It needs only the light of the Bifrost to reawaken. Комната перехода. Мы отсюда будем по мирам путешествовать, получается. Those roots don't look like your magic. They aren't. These roots are part of the Great World Tree and make travel between the realms possible. Approach the table. How does it work? You will need this, a Bifrost, to create travel between realms. It can capture, hold, and transfer the light of Alfheim. Place the Bifrost there. What now? Give it a moment. The temple needs time to wake up from its long slumber. It is from this room. And this room alone, that you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand, as well as the realm towers that encircle the Lake of Nine outside. All the realms exist in the same physical space, reflections of each other. These doors, the towers outside, and the Nine realms are all intertwined and coexisting on the branches of the World Tree. Separated only by the Bifrost light of Alfheim. This place can focus and control that light. And is this the World Tree?
only an artistic representation of it. No, the Yggdrasil is much, much more than this. The Tree of Life is bound to the fate of the world, just as we are bound to it. The tree nourishes our soils. The dew from its leaves feeds our valleys and rivers. The tree's very existence supports all of creation along its boughs. Its life energy interwoven into the tapestry of life. Birth, growth, death, and rebirth. Every strand transcending time, transcending space. Everything comes back to the tree. So, that's how it works. But I'm guessing you were looking for a more practical answer. Yes. Very well. The bridge you pushed outside is currently positioned to lead to the realm of Vanaheim. Instead, turn the wheel to our actual destination, Alfheim. Подожди, так мы же только что крутили. Wait, is this moving the big bridge outside? Yes, the wheel turns the bridge, and the bridge aligns to the different realm towers on the lake outside. Wait, there's no tower on this one. And that's why realm travel to Jotunheim is impossible. Without a tower for the bridge to lock into, the sequence can't begin. Every realm has a travel room that unlocks the bridge to that realm. I'm giving you the one for Alfheim. Now you can lock in your destination. Переход в мир. Получается, мы были на данный момент тот, который самый правый находится, да? Или как? We're ready. Remember to take the Bifrost. You don't want to lose that. Now the realm travel bridge will align, and the realm between realms will open. Конечно, очень сложно. Я постараюсь понять, в чем же дело. Each realm has a corresponding one that focuses and amplifies the power of the Bifrost, opening the bridge to that realm. That's why realm travel is only possible from this room. What about that one realm tower missing from the lake? The Jotunheim Tower disappeared from all realms over 100 winters ago, when the giants vanished from Midgard. Where the tower went and how they moved it remain a mystery. Блин, если мы разгадаем, будет прикольно прям в другом мире. Didn't work. We're still here. Follow me. The Bifrost is dark. This trip was its last use. There's no going back until it's replenished with the light of Alfheim. So we are trapped. Someone of your ability should have little trouble getting back to Midgard. And we'll be able to make that black breath go away? With the captured light of Alfheim, yes. Не пали меня перед пацаном, он не знает, что бог. Ну или полубог, как минимум. Ладно, у нас с вами время уже подошло. Так что продолжим путешествие дальше. Пока очень интересно, но я действительно, ну, блин, сложновато была информация все сразу. Но, по идее, мы просто открыли телепорты во все миры, которые есть. И сам последний, видимо, финал игры, мы как-то там к нему получим доступ. Не знаю, посмотрим. Вот, спасибо большое вам за просмотр. Спасибо всем, кто поддерживает выход новых серий. С вами был Джек. Увидимся и счастливо.